Рабочий день Светланы Алеевой начинается в 5 часов утра. Подготовить автобус к рейсу, заправиться, пройти медицинскую проверку и, конечно, навести красоту. В 7 утра уже на линии. Почти 20 лет назад она впервые села за руль автобуса, и с тех пор эта работа стала частью ее жизни. В 2011 году вместе с семьей переехала в Анапу из Костромы и сразу в автопарк на трудоустройство. Здесь начались первые трудности. Женщину-водителя на маршрутное такси никто не хотел брать категорически. Не отказали только в транспортной компании «Старт». Так она попала на 114-й маршрут. И директор предприятия об этом не пожалел. Светлана действительно фанат автотехники. Я начинала с «Рафика» 11-местного. Там все запчасти были от «Волги». Поэтому мне все было интересно, как устроена вилка, которая постоянно гнулась, ломалась. Я ее меняла, не получалось. В итоге я все-таки потихонечку. И вот пришли до таких пазиков с каменским двигателем, которые я очень полюбила. Они очень легкие в обслуживании, в управлении. Ну и вообще, наверное, по жизни. Коллеги по цеху встретили новую сотрудницу с настороженностью. Не женское это дело автобус водить. Тут не каждый мужчина может выдержать нагрузку. Но уже после первого года работы убедились, Светлана не просто профессиональный водитель, но и первоклассный механик. По звуку может определить неисправность техники. Сейчас она уже для них свой парень. Хороший человек, порядочный человек, водитель, профессионал. Намного лучше некоторых ездит. Может, как бы, уйти с аварийной ситуации, что было в газете написано недавно, сам лично читал. Ну, оценка как человеку 5, и как водителю тоже 5. Спокойный, адекватный человек, и, в принципе, нормально влилась в коллектив, и за минимальное время наладила отношения со всеми. Ну, и, судя по работе, никаких претензий никогда к ней не возникало. В салоне автобуса у женщины-водителя всегда доброжелательная и дружная атмосфера. Появились и поклонники. Некоторые специально ждут ее маршрутку, даже если опаздывают. Необычно и очень приятно. Нравится, культурный, элегантный, не курит, ухоженно. Есть стереотип, что есть мужские и женские профессии, и что женщина просто физически не может справиться лучше, чем мужчина, допустим, там водить, там, не знаю, управлять там самолетом, чем угодно. Нет, вот наши прекрасные водительницы опровергают этот стереотип. Вот хочу им сказать большое спасибо, они такие молодцы. А дома Светлана заботливая мама, которая воспитывает 3 детей, увлекается гимнастикой и всегда в прекрасной физической форме. Муж тоже водитель автобуса, но на другом маршруте. Уже в это воскресенье они вместе будут праздновать День автомобилиста. На столе традиционно никакого спиртного. В понедельник снова за руль. Руслан Душевский, Анапа регион.